Газета «Видновские вести» за 2 марта 2018 года. Казалось бы, привычный нам выпуск печатного издания, но это лишь на первый взгляд. Теперь стоит только поднести камеру телефона к некоторым изображениям в газете, и они, словно по мановению волшебной палочки, оживают, погружая читателя в удивительный мир дополненной реальности. Именно так дополненная реальность и называется технология, позволяющая в частности любой цифровой контент в печатном издании превратить в живой материал. Такие публикации помечены в видновских вестях специальными значками, которые можно считывать при помощи приложения Arjin 2017. Шаг в будущее, прорыв, новая жизнь – вот лишь некоторые из характеристик, наиболее точно описывающих этот эффект оживленной картинки. В последнее время в прессе, везде и даже в наших кругах ходило мнение о том, что газета, как печатный орган, она умирает. Что скоро все перейдет в интернет. Но мы рады, что получается такая возможность, наоборот, через газету войти в интернет. Сделать так, чтобы газету смотрели. Технология дополненной реальности не только удивит аудиторию газеты, но и расширит горизонты собственно печатного издания. Так у рекламодателей видновских вестей появятся новые возможности интересной подачи материала. В рамках рекламы это большой шаг, потому что если посмотреть, допустим, на рекламу, ну, к примеру, стоматологического центра, если у рекламодателя есть ролик, то это будет дополнение к рекламе. Это, несомненно, сделает рекламу наиболее яркой. Креативный. Визуализировать материалы видновских вестей позволило тесное взаимодействие с нашим телеканалом. Читатели могут ознакомиться с сюжетами корреспондентов Видное ТВ, лишь держа в своих руках выпуск газеты. И для этого не понадобится включать телевизор или компьютер. Что ж, стать читателем и зрителем в одном лице очень легко. Просто скачайте на вашем мобильном устройстве приложение Arjin 2017. Процесс займет буквально минуту. И все, готово. Теперь в руках живая газета «Видновские вести». Но разве это не чудо? Екатерина Коваленко, Николай Карбанов, Владимир Андрианов, Ольга Садовская. «Видное ТВ».